Анонс и дата выхода третьего сезона российского сериала «Балабол». В новом сезоне капитан Саня Балабин стал майором. Хотел бы еще стать примерным семьянином, отцом и дедом, но, судя по всему, семейная идиллия не Санин удел. Он снова разбегается с Леной и даже заводит роман на стороне. На работе тоже покой ему только снится. В городе появляется хладнокровный убийца, который действует дерзко и жестоко, каждый раз опережая Саню буквально на один шаг. Но помимо поисков безжалостного убийцы, Балабину придется накрыть черных риэлторов, поймать убийцу юной девушки, разгромить в Геленджике банду наркоторговцев, а также найти крота в собственном отделе. А как считаете вы, сможет ли Саня Балабин справиться со всеми сложностями жизни? Оставьте свой отзыв в комментариях. Премьера третьего сезона сериала «Балабол» состоится на НТВ-канале в 20:00 4 сентября 2019 года. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о российских сериалах. Приятного просмотра!